Escrito. Vendo bilhão de Assassin's Creed Lodge. Дай подумать, Мастер что. Кормак, не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы Дела Верендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится? Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте, изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Алло. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Деля Верендри? Да, к сожалению. Мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бог мой, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи, следователь, раздвинувший границы известного мира. Слышал это? Пушки. Глубоко в тумане. Это Дела Верендри? Возможно. Экспедиция секретная. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Айсберг. Там корабль! Флотилия, капитан, нашли! Лишь бы не слишком поздно, потому что мы сильно отстаем от них. Но нагоняем. Морриган не подведет. Надо биться! Сейчас врежем. Пли! Огонь! У приказаний! Огонь! Отсюда мы можем их снять! Огонь! Проклятье! Им с нами не тягаться! Пли! Сал! Пли! Железно, казалпа! Стреляю! Пли! Сал! Уходи! Пли! Сал! Есть, сэр! Держись! Пли! Приведением! Огонь! Отсюда огонь! Мы можем снять! Приготовиться! Какие повреждения? Ой, я вернусь. Бли! Отсюда мы огонь! Можем убить! Назад, или нас на куски разнесут! Огонь! Бейте! Еще выстрелы все! Сал! Они стреляют! Корабль заедет! Узнать скоро крышка, кап! Не суемся под пушкой! Сал! Бой готов, сэр! Нас подбили! Корабль тонет, шейк! Столкновение! Мы терпим урон! Ой, блин. Тире-тире-тире-тире-тире-тире. Доложить повреждения! Огонь! Если пойдем на перерез, протаранят! Пли! Жду приказа! Пли! Пли! Ой, здорово. Алейкум салам, Мухаммед. Насылся не имя, всем брат.
Let's go to shore now. Olmalı İngiliz. Biz başa düşmeye sonrası şey dedi. Флотилия, капитан, нашли! Во. Лишь бы не слишком поздно, потому что мы сильно отстаем от них. Но догоняем. Ой, как он идет. Китай, только скажите, корей! Этот снаряд ловит! Он жирок, жирок, алду. Туманы, наверное, на кёрм бьётся. Ara vururam ben böyle. Lan burada hiç kimse yok. Muharebenin ortasındayız abi bu arada. Savaşın ortasındayız. Tane daha. What? Убавить паруса! Отбой! Там, да. Там, да. А где было, да, дыма? Ушли! Кто-то должен вам помешать! Он не задержит нас надолго. И, возможно, скроет от врага. Бросать! Нас атакуют! Держать курс! Где они? Где-то в этом сердце. Еще паруса отдать! Отдать фортеляй бомбарам селяп!
Pat 116, hoş geldin. Остался нас задержать. Добровольцем, не сам. Главное, я верю. Риф Марселя и Брамселя! Леселя отдать! Вперед! Больше парусов! Убавить паруса! Благодарили, что поесть, Пиза или Швейлес. Oyunda evvel Azbekistan yok idi. Azerbaycan. Allah geldi gel arkaladı. Sen belki ha. Ol. Al koyma geldi. Çelçepi koyarım al sana. Az kaldı. 5 olmuş. O birine boyda gelme diyelim. Bunu izip başa gideceğim. Bir daha ne boyacı? Olası destekle. Oyda geldi geldi nakırdı. Öyle bizim kurtardı ya. Kaçabileceğini mi sandın sen? Nitra. Ha geçti ya o gemi inşallah be. Mehmet bir bize kreatif oğlandı. İkinci hesabımız. Hoş geldin sen Rıfat. İkinci hesabımla. Отлично! Можно идти на абордаж! Не топить его! Нам нужны карты для Лабиринтри! Oldu yine dondu.
Assassin's Creed ve onun bug'ları. Отлично! Можно идти на абордаж! Это пить его! Нам нужны карты для Лаверендри! Оло, не, не, это был... Азверик за 20. Сейчас врежемся! Берите! Я вижу ее. Думаешь, одолеешь меня, Шейн? Я не терял времени, да. Теперь я буду бить без промаха. Ты размягся! Это кто-то мог, это флиеры! Отступись, глупец! Ты останешься в этих водах! Моё имя скоро забуду! А, Диана! Теперь сам обучен, наверное, буду делать всё прежде. Ассасины делают всё, чтобы тебя забыть! Ну, огородник, все еще... Он свой, наверное, хочет. Правду тамплиеров. Сильнее, чем прежде. Что за черт? Ахиллес и Лайм отправились на север! Хоу была права. Я сумел отвлечь... Внимание! Кайся с мир, rest in peace. Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... Познавать. Да, беда идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества, ведь так? Об этом не принято говорить вслух. Это вам пригодится. Делавер Эндри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас. Капитан, за штурвалом! Спустить паруса! Selam abi, yeni hesabı tanıdın mı? Benim. Hoş geldin Onur. Tanıdım tabii ki de.
Тебе не на слон трон. Bir tane de başka hesabı var, PPT olmuş. Muhammed, böyle bir gemli olmağını isterdim. Öf, bunu alalım mı? Babat pul var bunda. Galiba bunlar bizim ağzımızı çalacak abi. Yani gemimi güzlendirip geleceğim canavar. Toplarımın yarısı üçten bir. Великий магистр. Делаверендри мертв. Координаты у меня. Я знаю, куда направляются ассасины. Что ж, поспешим. Думаешь, они нашли еще одну святыню Притеч? Мир пока не рухнул. Если и нашли, то еще не трогали. Как благородно. Время еще есть. Мастер Гист, ждите. Я пойду с Шеем. Сэр, при всем уважении, вы уверены? Как великий магистр Ордена, я должен довести это дело до конца и увидеть, как падет братство Ахиллеса. Если ассасины вызвали землетрясение, жертв хотя бы будет немного. Я в любом случае не позволю вашим бывшим союзникам уничтожить святыню. Пингвины. Красиво, не будь так чертовски холодно. Осторожнее. Кое-где лед совсем тонкий.
Ахиллес привел немало людей. Не думаю, что он полагает, будто все выживут. Это жестоко. Но их все равно больше. Будем держаться тихо и не станем лезть в драку. Ассасины вряд ли тебя узнают. Пойдем, нанесем им визит. Gelmişken bunları da götüreydi de bir de ne vakit geleceği Allah. Belki de çok gelmiş. Go go. Go Johnny go. Иди, Шей, я найду другой путь. Они не так просто, брат. Oh my doggy. Return to the ground. Keep running!
Come here, bro. Never mind, no, never mind, bro. Where is the Peki oradan oradan basar. Hadi bakalım. Varmış temizliği de. Mesela ahırıncı şey diye bu no oyunu. Oradan bir taraf. Okay. Yarım hala lazım geç. Ooo, gogiler. Это яблоко? Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял, Ахиллес. Это не оружие предтечи, а средство сохранить мир. Всех этих бедствий могло и не быть. Послушай ты меня тогда. Ты все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей, ты предал братство. Ахиллеса и меня. Что я слышу от стрелявшего мне в спину? В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лай мне! No, oh my god. Hamsı cırdardan bir hemen kaldı. Ne bitiyor? Valla özüm bilmiyorum sağ kalacağım yoksa yok. Obrusunu öldürmez. Thank you.
Buna sağ salaması vursun, sonra tabi öldürelim biz. Зачем ты притащил чертов манускрипт и шкатулку сюда, Лаев? Шкатулка в безопасности, Шейн. Шевалье об этом позаботился. Тебе ее не найти. Я нашел Хоуп, Шейн. Мне жаль. Это ты сделал? Отвечай. На удачу не надейся. Было. Везучий. Скотт. Сколько раз повторять, Лайм? Удача — это миф. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Сука, бля. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того стоило. Просто мпицвели. Нет! Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Не забывай, что здесь случилось. Не забуду. А вот мир забудет. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь Предтеч подошел к концу, но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Я рад. Невероятно. Кто бы мог подумать, что Шей так силен?
Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Biz burada birinci şeyi takmıştık. Üçüncü bir işimiz var bizim. İkinci girişimiz de var. Bir çok nasıl şöyle nasıl şöyle. Üçe girişimiz de var. Evet. Для тебя открыты все двери. Давным-давно благородной целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную свободу. Жуткое монреальское лето? Нет. Assassin's Creed 4'te buradan geri kaçmışlar. Burada bir tane şey var. İş temizliği. Şu temizliği. Dizaynlara bakarım o taraflar. İyice bir şey dizaynlara bakıyorum. Есть хочу. Все не себе. Не эрор версия называется. Все не себе, молчишь. Где ты? Soldan gidip şeye bakmış olmuşsun hiç. Oh my god ki kompütere bakalım diye. Информацию о жизни Харлана Каннингема было трудно достать, поскольку Гэвин Бэнкс подчистил все данные о том, кем был Каннингем до вступления в братство. Мы смогли собрать о нем хоть что-то, лишь благодаря выдающимся навыкам агента Дакоста. В старшей школе Каннингем признался в гомосексуализме. Это разрушило его спортивную карьеру.
Он покинул Техас и направился в Европу. Каннингем был завербован братством во Флоренции под руководством опытного ассасина Адриано Маэстранци. Маэстранци взорвал бомбу, защищая базу во Флоренции от группы Сигма в 2012 году. До взрыва погибло 3 ассасина. Но группа Сигма была полностью уничтожена. Выжить удалось только Каннингему и мне. Последний раз Каннингема видели в Роттердаме в компании Аронда Шата, экс-чемпиона по боям без правил, чья карьера пошла под откос, когда он объявил о том, что он гей. Очевидно, что Каннингем стал наставником Шата в делах братства. Несмотря на прекрасную физическую подготовку, Шат не годится на роль ассасина. Он не умеет быть незаметным и может легко скомпрометировать братство. Недавно Каннингем похитил частицу Эдема с объекта Абстерго в Роттердаме. В ходе операции Шат нападал на сотрудников Абстерго в городе, чтобы отвлечь внимание от наставника. Группе Сигма удалось вернуть артефакт, но Каннингем и Шат сумели скрыться. Я не позволю Каннингему уйти от меня в третий раз. О, мои гоги, вроде бы меня дало. Отчет. Проект «Феникс». 1 ноября 2013 года. Агент Дакоста сообщила мне о зацепке в поисках бриллианта Кахинур. Копия хранится среди драгоценностей короны Англии. Но оригинал, одна из частиц Эдема, утерян уже много веков.
Джо Цура, программист компании MySorTech, которая по заказу Abstergo Entertainment разрабатывает анимус для азиатского рынка. Устройство Брахмана. Он связан с Сиабхант Хами, сестрой Джгатсхипат Хами, известного ассасина. Может ли братство использовать устройство Брахмана для поисков Кахинура? Она. Пока доказательств мало. Я решил использовать Брахмана, а не группу Сигма. Обновлено 3 ноября 2013 года. Джо Цура был похищен у Dreamland Studios в Мумбаи. Его затолкали в фургон Сиабхан и Джгатсхипт Хами. Опасения подтвердились. Ассасины используют генетическую память Джо Цура, чтобы найти Кахинур. Я разрешил солдатам Абстерго атаковать и уничтожать ассасинов, проинструктировав сохранить устройство Брахмана в целостности. Лечу в Индию. Обновлено 4 ноября 2013 года. Прибыл в Индию слишком поздно. Две стычки между ударным отрядом и ассасинами. Тело Сиабхант Хами было найдено на месте первой, но сильные повреждения не позволили извлечь генетическую информацию. Нашел устройство Брахмана на месте второй стычки. После изучения генетической информации заключаю, что род Сура оказался тупиковым. Ни одна из сторон не знает, где Кахинур. Джихадсхипт Хами скрылся, а значит, мы должны внимательно отслеживать деятельность ассасинов в Индии. Дело закрыто. Приступаю к новому заданию. Вы в курсе, что значит вход только по пропускам? Скучно до чертиков. Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. Все делаю и делаю самоцветы. Прям залип. Я на Арктике плетим. Фильм Сата. Слушаю. Почему Вайолет Дакоста исключили из группы Сигма? Я перераспределяю ресурсы в соответствии с обозначенными приоритетами проекта Феникс. Проект Феникс? Группа Сигма лучше подходит для охоты на ассасинов. Оставьте поиск артефактов в группе Дельта. Эти артефакты позволят секвенировать ДНК первой цивилизации. Справимся с этим, и ассасины станут для нас даже меньшей угрозой, чем сейчас.
И все же нельзя растрачивать навыки агента Да Коста на Абстерго Интертеймент. Прошлогодний провал... Слушаю. Почему Вайолет? Слушаю. Почему Вайолет Да Коста исключили из группы Сигма? Я перераспределяю ресурсы в соответствии с обозначенными приоритетами проекта Феникс. Проект Феникс? Группа Сигма лучше подходит для охоты на ассасинов. Оставьте поиск артефактов в группе Дельта. Эти артефакты позволят секвенировать ДНК первой цивилизации. Справимся с этим, и ассасины станут для нас даже меньшей угрозой, чем сейчас. И все же нельзя растрачивать навыки агента Да Коста на Абстерго Интертеймент. Прошлогодний провал проекта «Образец-17» показал, что Абстерго Интертеймент не так проста, как мы думали раньше. Это идеальный ресурс для поиска новых частиц Эдема. Это слабое звено, которое раз за разом используют наши враги. Еще один повод, чтобы Да Коста поработала над защитой их облачного сервера. Мы уверены, что Мелани Ламей не облажается, в отличие от Оливье Гарно. Приглашать в наши ряды гражданского тоже не лучшая идея. Время покажет, кто из нас прав. Впрочем, мисс Лемей уверенно решила проблему с Джоном Стэндишем. Благодаря ей мы узнали о мудрецах одним этим. Она помогла проекту Феникс больше, чем вы. Она также продолжает игнорировать присутствие орудий первой воли. На данный момент эти психи нам даже полезны. Они ценный и дешевый источник артефактов. Если они внезапно станут для нас угрозой, расправимся с ними так же эффективно, как в свое время с ассасинами. Нельзя дать ассасинам восстановить силы, это тактический просчет. Нужно атаковать сейчас, пока они уязвимы. Мы ценим ваши знания и увлеченность, мистер Берг, и учтем ваши опасения. А пока собирайтесь, вас ждет напряженный год. Слушаю. Вот ты, конечно, умереешь. Ты мне как-то хилари, потом умереешь. Я себе там вам сделал. Береги, брат, вал. Скучно до чертиков. Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут.
Мы их зажали. Торкин добивает тех, кто пытается бежать. Хорошо. Начинайте вторую фазу. Всем отрядам есть приказ. Вторая фаза. Повторяю, вторая фаза. Ломайте двери. Три, два. Адриану Маэстранцы, я пришел за тобой. Что там у него? Виктория, Агли, ассасины. Бомба! Берг! Группа Сигма, кто-нибудь ответьте!
Срочное сообщение всем оперативникам группы Сигма. Ассасины украли артефакт из нашего хранилища в Роттердаме. Место сбора 51.887107 и 4.559017. Быть там в 6 утра по местному времени. Опоздавшим смерть, так что торопитесь. Слушайте, отбросы. В городе сейчас действуют два ассасина. Цель номер один. Харлан Каннингем. Единственный выживший после разгрома ячейки во Флоренции нашим бесстрашным вождем. Он украл шкатулку предтеч и скрылся. Цель номер два. Аран Чат. Бывший чемпион по смешанным единоборствам, ученик Каннингема и его любовник. Как романтично. Он отвлекает внимание. Убивает наших агентов-тамплиеров на объектах Абстерго. Соркин, бери группу Сигмы и за Шатом. Каннингемом я займусь сам. Заодно достану артефакт. Не хотелось бы отпускать вас одного, шеф. Я хочу разобраться с ним лично. Группа Сигма, будьте все время на связи с Вайолет. Выполняйте! Соркин, идиот! Только не один на один! Отступайте! Получай! Моя пушка! Снайпер один! Порваться! Нет, он использует Соркина как живой щит. Он же нас поможет! Стреляйте! Попал в Соркина. Дымовая бомба, ничего не видно. Черт! Он ушел! Внимание! Тащите свои задницы к точке эвакуации! Быстрей! Просто пристрелите меня уже! Я видел тебя во сне. Мила, но у меня есть пара. В этом сне ты погибаешь во Флоренции. Что тут скажешь? Я слишком упрям. Привет, милый. Черт. Нельзя бросать шкатулку. К черту! Я убил половину Сигмы. Валим, пока можно. Увидимся в твоих снах, Берг. Хреновое шоу. Собери нужные аудиофайлы и отправь Летиции Ингланд. Пусть это убедит ее разрешить охоту на ассасинов. Ya her yere gezdim ya, nasıl 4 tane bulabildim. Иди за огнями.
Да. Тут. City of the King. Сервер секвел. Скорее, болванчик. Все зависит от тебя. Коммуникатор должен заработать. Братство ассасинов еще существует. И по-прежнему преследует свою глупую цель. Я тамплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Отсеберг, звезда тренировочной программы Анимус. Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха. Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои, понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки, они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же, одно и то же, одно и то же! А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Зашел все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. Загружай данные, скорее! В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю всех до единого. И убью. Но просто смерть — это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Выведи его. Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу... чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако... история Шея не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Мы зарелевим тебя. Мы далеко не зарелевим.
Дункан Уолпол быстро приближался к титулу мастера-ассасина. Но братство решило послать его через океан в Вест-Индию, вместо того, чтобы пестовать его потенциал. Дункана приметил Лаурана Торрес, бывший губернатор Кубы и великий магистр тамплиеров. В переписке Торрес предложил ему менее жестокий способ достижения их общих целей. Использование артефактов предтеч для слежки, а не для убийств, так поощряемых братством. Увы, до того, как тамплиеры раскрыли его потенциал, Дункана убил пират. История Дункана печальна, но она доказывает, что, несмотря на стремление тамплиеров к миру и порядку, им не чужды идеи личного успеха. Шон Гастингс — профессор университета. Его хобби — узнавать секреты Абстерга. Едва не был убит агентами Абстерга, но был спасен Ребеккой Крейн, хакером-ассасином. С тех пор они всегда были неразлучны и обеспечивали поддержку полевым агентам ассасинов. Гастингс и Крейн проникли в Монреальский офис Абстерга в конце 2013 года и похитили оттуда секретную информацию. Неизвестно, кто загрузил вирус на серверы Хеликс. Они или другие хакеры, которые воспользовались оставленной лазейкой. Способности Ребекки Крейн не стоит недооценивать. Она автор Анимуса 2.0, аналога устройства Уоррена Видика. По всей видимости, это она построила для ассасинов новую, более защищенную сеть. Судя по всему, Крейн и Гастингс заняли высокие посты в братстве. По слухам, они руководят хакерской группировкой под названием «Посвященные» и переманивают хакеров на сторону ассасинов. Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть.
Когда ты досмотришь историю Шея, твоя жизнь изменится навсегда. Ты должен закончить все дела перед тем, как войти в Анимус. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покои короля, но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Это он, Шарль Дориан. N'a-t-on pas idée de s'appeler Georges quand on est roi ? Louis, voilà un vrai prénom. Yes, à ton avis. Yes, à ton avis. J'ai vu un ours géant l'autre jour. Et maintenant les sacs. J'imagine que tu vas me demander de me balader nu dans les rues comme une godiva ? Альбоги. Видел, какие у них были глупые лица? Я Арно. Элиза. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Mon anniversaire la nuit d'avant, j'étais fin sous. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Арно! Где ты? Мой сын... Ты... предатель...
Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты. Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Стоять за принципы нашего ордена. И все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты. И суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились, но новое уже близко. Да направит нас Отец понимания. Яман. Muhammed gözünü aydın Muhammed artık GT4'de başlayabilecek. Yaman. Для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. Данные, которые ты извлек из памяти Шея Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. И недавно возродились вновь под маской Абстерго Индастрис. И Интертеймент. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Будь с нами, и тебе откроется невероятное будущее. Амплировал идет. Откажись. Hoş geldin brat. Ya. Значит так, брат. Bağladık. Muhammed'in gözü aydın. GTA 4 geçecek. Noktan başlayalım GTA 4'de. Uf diye. Başlı Amsterdam diye. Gördün yukarıdaki var. Industries.
Why you do this? Okay, Яром. Положи гадо пучи. Mehmet, necesin? GTA 4'e başlayalım. Ne baktan geleceksin her gün yayınlara durmadan ve her gün yazacaksa Türk dilinde. Davayı yine Ben maaş alırım aha bırak. Ben böyle paçka paçka pul kazanırım, ev zaten alırım yayından. Sen alamazsan kırattı. Bu ne vakit kurtaracak? Çıkmayacağım bak. Gözleyeceğim tarmağımı. Dirdim Max'ı yırdım ha bu arada, indi gösteririm size. Arda diyarım. Where my health? A few months later. Oh,
Hikaye bakımından yaxşıydı. Hikayesi öyle bir ki, evvelki hikayelerin Black Flag'ı tamamlayırdı da. Asıl kalsın biz Black Flag'dan sonra bunu oynamalıydık. Bundan sonra Unity var. Unity oynamalıydı. Unity'nin bu Roach'un yerini sakıp oynamış. Birinci Unity oynayıp sonra Roach. Sen Roach oynamalıydın. Sen bunun finalını görmedin de. Burada yok idin. Finalında şey gösterirdi. Gösterir ki o şey Roach başlayanda bazı uşağıları bu atasını öldürürler. Atasını öldüren buymuş. Gittim öldürdüm. Baglar pis değildi ha. İmpakt edermiştim. Çünkü bu nişancı asasin ki içinde ata binme yok diye. Ata binmek istedim ha. Assassin's Creed'de. Çıkmayacağım da git. Görece sen çok gideceksin mesela. Sen orada hemen burada. Söhbet edeyim şu an. Ay yarımda bu 465 follower'dan yukarı kalkabilmirəm. 465'e kalkmıştım yanvarın şey axırda fevralın əvvəli. Sonra düştüm 461'e, indi təzən 465. Arkadaşım bak. Yürü git. İndi də kesirəm ki Cyberpunk. Yok tekrarlanmıyor. Çünkü ben de kutu sesinleri gözlemişim aklını. Hiçbirinde şöyle kurtarır sonra tezden oyuna gir. Bir tane Unity'de imkan vermediler şu an. Direştiler onda çok adam izledi Assassin's Creed. Dediler kes 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 yazın kes. Sonra kesmiyorum direşezim artık. Bakma da eziyet verirler emeği çekiyorlar bu kadar insan bir araya gelip bir daha oyun için. Baka göre misal marketing. Bak bu satır marketing reklam böyle. Brand marketing producer elite Allah onur. Üstelim bu aşına. Data Analytics, Matthew Eddy McCreon'u. Elif. Eyzeber A, Eyzeber B, Eyzeber T. Tekrar edelim. Brand Manager. Wayne Ferguson. Brand Manager. Ne şey Brand Manager burada? Manager Public Relations. Raha Bouda. Associate Director Media. Joey Ran Gavilla. Promotion Manager Ellen Lee. Auye Jizimvara. Hala 10'da 11 soru imtihanlardan soru çıkın yere. Şey değil oldu, şu ara bir 10 dakika var ya, bir getir.
за меня мой Джейсон Сорсо Хабьесон убил. Оба алтым шеф песаларым шалапы. Size ne aşkına siz şuralar ses veriyor ben şov vereyim. Anladım isteriyorsun. Soldaki isteriyor sağdaki. Bakın yara bu da. Bu da isteriyor yoksa yok. Olmasa Ronald. Yoksa bu da. Bilmedim hoşum ikisinden biri de şu an. Birinci, ikinci. Benim sol, benim sol bak. Ha mikrofonu tersine koymuş ama olsun sol bu tarafta, sağ bu taraf. Gerem. Siz biraz da bakın maravlı şeyler gibi. Simulator'ı zaten. Bu kohum akrabalar da yani ki designer'ın kohumları, emisi oğlu, dayısı oğlu, halası oğlu, bibisi oğlu, bibisi kızı, dayısı kızı, hamsi yazıyor. Sonra kodlaştıranı, birinci kodlaştıranı emisi oğlu. Aha. Powered by Adolf Flashfire. Şimdi maralı bir şeyler gel. Dolby GTA, Holcomb Copyright. Oh yeah, oh yeah, she's in barra. Autodex, oba Autodex to the max, yo. Bir şehre adam var orada, bir tane şehre yazılar orada. Bir tane kentli adam yazılar orada. Ha?
O gemiye kadar üzebilir ya. O gelmeye kadar üzüm bağlıdıran bu oyunu. Uğraşma. Hadi ne yapıyorsan ha? Bunu bitirdik. Geçeyim buna. Aa, activation kodu lazımdı. Olmadı ki be. I will search. Bu da yazar görevi var gördüğümde. Onda şuralar. Oyunda başına bırakırlar. Bye bye.